А ведь голос Тома Арай раскрывается по-новому, когда свирепая мощь музыкальной мелодии более точно соответствует его злому и брутальному вокалу. Спасибо за донат. Сейчас посмотрим. You of your life. For sin, like cattle you run. Stripped out your life work. Human mice for the angel of death. Во-первых, да, я просто все время поражаюсь, я не устану поражаться тому, что у него отсутствует понятие даже, окей, вокальная мелодия там не может быть, он просто глухой в труху, он не сможет там какие-то ноты спеть, это вообще никак. Но хотя бы вот в этой поеботе, в этом вонючем дедовском оре, должен быть некий какой-то ритм, да, то есть вспоминаю тот же самый тестамент, какой-нибудь там та-да-там-та-та-дан-да-ра-та-та-там, то есть какой-то есть идея или какой-нибудь, блядь, там, open dreams, что-то тарам-дан, тарам-дан-тан-тан-тан-тан, где хоть что-то. То есть здесь просто рандомный вонючий ор, где угодно просто. Там никакой ни рифмы, ни... То есть это именно реально полное насмехательство вообще над всеми людьми, которые придумывают какие-то там стихи, пытаются, чтобы сложилось какое-нибудь там forever, never, еще что-то, какое-то, ну что-то хоть делают, хоть как-то. Пытается, там, допустим, запускает какой-то риф и думает, так, здесь вначале я какой-нибудь там спою, типа там та-дам-та-дам-там-та-дам, та-ра-та-та-да-там-та-та-дам, что-то там думает, нет, все-таки здесь лучше два слога вставлю, здесь три, здесь какой-нибудь там хорей, здесь ям, здесь то. А это просто, блядь, именно реально вот. То есть просто вот блев, вот где вот прижмет блевать, там и блюет. Да что за пиздец, я не понимаю, как так можно. И люди, которые рассказывают, что Slayer — это настоящее зло, блять, это именно настоящий потешный понос, настоящий. Это просто пиздец, это реально кривой ор деда, который вообще не слышит музыку, не слышит долей, такты, где надо пора, где надо остановиться. То есть ты включаешь песню, ты ждешь, что, допустим, здесь должна быть пауза нормальная, здесь должна быть без вокала рубка, а там будет Angel of Death! Вор! Да! То есть, ну что за безвкусица, блядь, это просто именно максимальный позор. Слава богу, эта херня пожухла просто капитально.